Здравствуйте, друзья и гости канала «Успеть за одни сутки». С вами снова Людмила. И сегодня 23 мая 2019 года. Посмотрите, пожалуйста, какая красота у меня в коробке. А другая красота пришла помогать комментировать. Вот, посмотрите. Для меня это, честно говоря, было очень необычное зрелище. Так цветет земляника. Посмотрите, какая красота. И она даже уже, та, которая цвела, будет давать ягодку. Но я эти цветоносы сейчас уберу, чтобы не истощать молоденький кустик. Это та самая земляника, которую я зимой сажала семенами в торфяную таблетку. Видео о том, как я это делала, я дам ссылочку на видео, где я это делала, я дам внизу под видео. Посмотрите, какая красота. Для меня, честно говоря, это открытие, что земляника может цвести такими красивыми цветами. Сейчас мы будем ее высаживать на вот эту грядку. Это у нас парничок, который мы покупали в прошлом году специально для этой грядки. И здесь сейчас пока под укрытием баклажаны разных сортов и гибридов. И я в промежутках между ними посажу кустики земляники. Осенью, когда баклажаны отсюда уйдут, чеснок уйдет, помидорки уйдут, клубничка здесь останется. То есть я планирую, что в следующем году у меня здесь будет клубничная грядочка. И сейчас приступим к пересадке клубнички. Землянички. Показываю еще раз эту красоту перед тем, как удалить цветоносы. Комар кусается. Невозможно. Вот такая красота. Напомню, сорт называется Альпина Радуга. Ну а теперь давайте посмотрим, какие вообще получились кустики. Не все, конечно, получились такие роскошные, но смотрите, вот такой кустик. Я считаю, что это хороший кустик получился. А тут у одного кустика я даже удалила уже усик. Хотя она, по-моему, без уса, я не помню сейчас. А вот другой кустик. Это другой. По-моему, неплохие получились кустики. Вон и сердечко хорошо видно. В общем, сейчас будем высаживать клубничку на вот эту грядку. Там мы заборчиком огородили, где картошку посадили, потому что Леонардо скачет. Да, мама, про тебя. Не обижайся. Что ты там возмущаешься? Что ты возмущаешься? Ну, и обе мухоловки как раз, и папа, и мама. Опа. Так. Вот
так совершенно случайно застала такой момент. Опа, опа, вдвоем туда. Птенчиков кормят, деточек маленьких. Как это приятно. Пусть не скворцы живут, зато мухоловки. А вот этот домик, его не видно. А в этом домике живут стрижи. Опа! Ой, вот они. Только что влетел стриж туда. И птенчик там пищит. Вылетел. Да не один кричит горластый. Несколько. Вот такая альпина-радуга. А рядом баклажанчик цветет. Это следующая земляничка, следующий сорт. И сейчас посмотрим, как называется. Ой, упала так. Патиссон пятачок. Нет, это не то. Так, сейчас посмотрим. Здесь у нас что? Патиссон пятачок. Да нет, не пятачок ты и не патиссон. Ага, дыня голпри. И не дыня ты. Так. Ага, нашла. Али-баба. Вот, это земляника Али-баба. И Али-баба у нас цветет беленьким цветочком. Стандартно. Вот такой беленький цветочек. Я его тоже уберу. Сейчас будем пересаживать сюда земляничку Али-баба. Вот какие корешки у землянички Али-баба. Еще расскажу, что это благодаря правильно составленной почве, подкормкам, эффективными микроорганизмами и органическими разными подкормками из М-ведра, которая ферментирует пищевые отходы в домашних условиях. Это экоорганика, это биогумус, это вермикофе. То есть все на основе натуральных препаратов. Плюс еще мои любимые препараты. Это HB101, здоровый сад и каберин. Это биококтейль. Вот такой результат получается. Следующая земляничка, это у нас, сейчас поставлю, наверное, на ящик. Да, так лучше. Вот так, следующая земляничка у нас, это барон Салимахер. Вот, сохранилась такая жалкая бумажечка. Но у меня все равно есть видео, где я сеяла эти семена в торфяные таблеточки. Вот сейчас будем высаживать в эту же грядку барон Салимахер. У меня здесь появился маленький эксперимент попутно. У меня есть опилки, обработанные кипятком, остались. И я решила посмотреть. Вот на той части грядки у меня мульча лежит, а здесь я решила положить опилки. Ну, наверное, слой потолще нужен будет, я сейчас добавлю. В общем, посмотрим, сравним, как оно будет. Может быть, с опилками тоже хорошо. Но они, конечно, не дают питания. Укрывать укрывают, но мульча, она перегнивает. Не буду я опилки больше.
Пусть этот кусочек так и останется, просто потом перекопаю землей для рыхлости. Вот и все. Итак, сейчас будем сажать барон Салемахер. Очень интересно. В домике для скворцов у нас поселились мухоловки. Вот так, маленький пивун. Ну, спой, Светик.